Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и добро пожаловать в Контракт Варс. Скажу сразу, у нас будет донат на этот шутер. Ну что ж, первое, что бросается в глаза, это скидка 90%, ребятки. Я пропустил неделю супер акций. Блин, я бы так бы запасся оружиями. Ну, сегодня, скорее всего, будет последний день. Так, ладно, покупаем. Что у нас тут? Рулетка. У нас хороший шанс рулетки. Вот, кончился хороший шанс. Блин, нам бы бонус надо выиграть. Не знаю, выпадет, нет бонус. Нам он нужен, 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 давай. Отлично, то, что надо. Так, и... делаем донатик. R700. Так, отлично. 2874. Пятый сет стоит 1000, давайте купим. А шестой будет стоить 1500. То есть в следующий раз мы уже откроем шестой сет, ребятки. Ваши пальцы вверх меня сильно очень поддержат. Вот. Голосов у меня пока что нету. Но если у меня 100 голосов накупится еще, вот, то я обязательно, если найдется спонсор, я возьму шестой сет. Вот, прямо в следующей серии. Так, ладушки. Что у нас тут? Ну, новое оружие появились. Будем со скидкой, я думаю, открывать. Как появится скидка, будем покупать. А то это слишком дорого у нас выйдет. Так, давайте сегодня поиграем с крисами, я думаю. Так, в этом будут крисы. А возьмем во второй сет НКГ-36. Премиумное оружие. Так, чтобы нам еще взять. Давайте ЕБР снайпер возьмем. Хорошая снайперская винтовка. Давайте пулеметик. Возьмем легкий пулемет. Отлично. И чтобы еще взять, блин, золотой калаш. Была бы скидка, я бы взял ее. Давайте возьмем легкий пулемет АИР. Ну что ж, погнали, ребят. Так, ладушки возьмем. Начнем с крисов, ребят. Посмотрим, как он на Б5 себя проявит. Так. Блин, как он сразу меня убил. Даже не заметил, ладно. Я видел одного, блин, пробежал. Но он такой довольно-таки тяжеленький, с ним так просто не побегаешь. Не вижу, не вижу. Если я лайкос не поставил, пожалуйста, поставь лайкос. Лайк под видео. Он мне сильно поможет, я буду больше снимать видео в скором времени. Вот, я обещание сдерживаю, потому что то, что я обещал, я постоянно сдерживаю. Я, бывает, скажу там, наберите, давайте наберем 200 лайков, 300 лайков. Как? Действительно, видео набирают. Я слежу, даже если я пропущу, вы мне в комментариях пишите, мол, уже видео набрало столько лайков, давай продолжение. Я снимаю продолжение всегда. Не знаю, сколько этому видео присудить. Давайте просто наберем от души, ребят. Так, ладно. Блин, он первый начал стрелять с вихрем. Вихр крутой, тоже автомат. Нормально. Блин, вы видели? Выбежал. Он как будто бы знал, что я там стою. Нормально. Второй готов. Подавай. Третий. Надеюсь, он там не появится. Двоих, что ли? Нет, одного. Так, выходи, выходи. Эй! Он меня сделал тут. Ладно, главное не расслабляться.
Давай, выходи. Пятка просвелькнула. Ва, откуда? Откуда? Где ты был? Сзади подокрался. Даже и не заметил. Так, вижу. Вижу одного. Готов. Домашний. Вижу, 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 вижу. Убежал. Пипец. 7-8. Ладно. Готовый. Готов. Пипец. АКСУ 74. У. Нормально. Пипец. Надо было на опережение стрелять. Блин, это все из-за отдачи. Подождем, пока его удар придет. Ладно, думаю. Я думаю, на другую карту стоит пойти. Да, давайте пойдем на другую карту. С другим оружием. Блин, Г-36. Кстати, многих оружий я даже не знаю, я не видел их. Нормально. Играть можно. Да блин, ты погибнешь, нет? Готовый. Готовый. Пипец. Допаловался. Блин, он погиб. Блин, чтоб тебя. Конечно, лучше какой-нибудь коллиматор. Это было классно. Я его вижу, но не знаю, попаду я или нет. Сейчас пытаюсь слушать шаги. Отличный хедшот. Блин, 5 патронов. Довольно-таки быстро перезарядка, это хорошо. Блин, чтоб тебя. Я не вижу. Не вижу никого. Все чисто. Вау. Неплохо. Сейчас могут тут быть кто-нибудь. Никого нету. Тут опасно, я гуляю, конечно. Открытый. Вау. Убил. Я молодец. ТДСРС. Он купил это. Скорее всего, мне кажется. Я не буду покупать, блин, я бы со скидкой бы взял. Жалко, я неделю пропустил, ребята. Но времени пока что нету. Я все могу себе такое позволить, ну, после 100 тысяч подписчиков, ребят. Чтобы делать более частые донаты, более интересные. Не пропускать всякие акции. Поэтому ваши лайки мне очень сильно помогают. Развитие канала. Так и добил, вот он, хулиган. Отлично. Еще одного убил. Ху,
Хулиган, хулиган идет. Блин. Кто помешал мне этому плану злодейскому? Блин, сзади. Я вообще даже не слышал. Я его только увидел. Нравятся мне шутеры. Ну, особенно когда ты убиваешь, а не тебя. Теперь я понял, кто меня убивает. Ты рано или поздно высунешь свою голову. Или тебя уже убили. Худел его уже кто-то убил. Блин. Кто это? Так, отличный выстрел. Не перестроился, не перестроился. Нифига себе, кто-то прокил сделал, ребята. Вы видели, кто-то прокил сделал? Можете отмотать сейчас. Ну, вот этот, который... Да, вот этот, скорее всего, делал, да? Виктор Сирин, да, он. Я бы его мог снять. Ладно, и так нормально пропил. Ну, пипец какой-то. Ладно, гуляем дальше по карте. Да, гуляем дальше по карте. Так, ну что ж, я готов. ЕБР снайпер, она мне очень сильно нравится. Что же, блин, я не могу попасть. Как будто бы небольшие лаги, они мне все портят. Так, один готов. Может, прошка будет сегодня? Не показалось ли там где-то стоит? Это столб всего лишь. Так, а... Блин, мы за слабую команду играем, это плохо. Не будет прошки, значит. Конечно, не будет. Как ты-то высунулся. Да отойди ты. Отлично. Не, прошки сегодня не будет, но я обещаю с этой ЕБР, я обязательно сделаю прошку, не одну, ребят. Если бы мы играли за сильную команду, я бы сделал бы прошку. С ней можно тащить. На таких больших картах. Блин, он только появляется, это плохо. Блин, я заметил, это фигово. Рай же есть. Пипец, пипец, да кто это? Такое ощущение, что как будто бы рядом кто-то. Блин, да он с правой стороны. Ну это жесть. Они идут к нам. Ребята, они идут к нам. Сейчас меня убьют. Они прям рядом. Ребят, спасайте. Ну все, мне пипец. Такое ощущение, что они рядом со мной. Я не слышу его. Вот в чем проблема. Да я трус, ребят. Бываю, когда хочу делать прокил. Отлично. Випа убил. Он даже был не покоцанный, по ходу дела. Не знаю, получится, нет. Нужно прикрытие.
Тихо-тихо-тихо-тихо, стоп. Одного снял. Еще одного снял. Возьмем, нет преимущества. Я думаю, навряд ли возьмем. В таких ситуациях главное не торопиться. Значит, все, значит, пипец. Блин, они не уходят. Когда прошки, я обычно сразу выхожу, я долго не сижу. Сделать уже это эффект неожиданности. Они не стоят на месте. Нужно прикрытие. Ёлки-палки. Они опять полезли. Фак. Ну все, штормкилл сорвался. Сорвался штормкилл у нас. Печально, что могу сказать. Да кто там был-то? Какая-то. Ладно, последний раз убираю и идем на следующую карту. Как только умру, идем на следующую карту. Это как хорошая позиция была. Ну, враг сильный был, сами видите, что у них уже 116. О, ёлки-палки. Ладно, как я обещал. Так, ладно, сейчас постреляемся и потом уже с пулеметом продолжим. Тут карта большая. Ой, большая, блин, что я говорю. Карта маленькая, поэтому не очень будет удобно с ней бегать. Так, ну все же постараемся. Она очень хорошо на дальних дистанциях. На средних тоже, в принципе. Но это не такие уж и средние. Убили випа. Ну, отлично, у меня пулеметик. МК-243. Рулит, тащит. Конечно, лучше прокачать коллиматор там где-то. Патронов. Это недолго будет перезаряжаться. Ну так, средний, в принципе, нормально. Тянет. Ух ты, таск. Выполняется потихоньку. Нифига себе, шестерых уже. Да, сейчас скажем. Потом уже, когда у нас будет 50 тысяч подписчиков, я вам всякие прокачки покажу. Там прокачка снайпера. Там подобные. Будем разными пробовать. Варианты. Что мне хватает брони, наверное. Вижу, вижу, он кто сверху стреляет. Нужно правильную позицию занять. Так, их убили. Давайте побегаем, что ли, на этом сервере.
конца сколько осталось. До конца доиграем и на этом закончим. Ладно, давайте возьмем другой пулемет АИР. Кстати, а тем пулеметом я не играл, они похожи. НК... А какой, кстати, круче, интересно? НК-243? Или АИР? Убойность 30. Убойность 30. Пробиваемость так, 33. У этого лучше пробиваемость. Наверное, НК лучше, мне кажется. Ладно, с АИРом побегаем. Точность интересно, у кого больше было, я что-то просмотрел. Это тоже очень важно для пулемета. Если у пулемета хорошая точность, то ну, довольно-таки неплохой. Точность и отдача очень важны показатели для пулемета. Стабилизация огня была просто шикарная. У меня 56% осталось. Быстро меня сняли. Ладно, это... Успокоиться, сосредоточиться и тащить уже. Жалко, никаких приматоров нет. Здесь что, у меня есть пистолет? Сняли. Одну отступим. Да ё-моё. Да, пулемет у меня просто не очень классно играть. Что там у нас еще есть? Давайте крысами попробуем. Все-таки крысы больше на ближнем расстоянии. Хороши. Сейчас пробуем освоиться и... Ну где они? Как-то можно было и вихрь взять. Так.
как дабл. Неплохо. Главное вовремя сориентироваться. Дабл, хорошо. Идем. Там явно кто-то заныкался. Тут крысы рулят. Там таки неплохо. Нужна позиция правильная. Блин, лагануло, вы видели? Я умер. Это видно, ребят. Я просто погиб из-за этих факов. Блин. На грене взорвался. Блин, ненавижу грены. Как же я ненавижу грены, когда я на них наступаю. Хоть одного убил. 23-16. Ух, не повалился. Я же не могу так просто поменять. О, если нормально тащу. По крайней мере, могу быстро передвигаться. Так, походу дела кто-то в коридоре. Эх, я не заметил. Да, надо в голову стрелять. Второй раз. Не могу прицелиться. Убили, конечно же. Так, еще. Ладно. Ну, пипец. Бага-бастер какой-то. В первом месте у нас.
Так на средства можно было клан увеличить, но все-таки. Давайте в другой раз. Ну, осталось, потом посмотрим, кстати, надо клан посмотреть, как там у нас все в порядке, нет? Да кто там? По нашим шмаляет. Готовы. Почти убил. 38-24, нормально, в принципе. С откуда? Пасть не могу поднимать. Издеваются, что ли? Где они? Блин, ну ладно. Я випнул не очень-то люблю играть. Да что ж ты меня пугаешь? Надеюсь, наши не напорятся. Так, ну все, в принципе. 4К, спасибо, ребятки, что ставите пальцы вверх. С 24 левел. Кто отличился? Так, вам тебе лайкос. Тебе и тебе лайкос. Зайдем в клан, посмотрим, что у нас тут. Ух ты! То есть я уже могу специализацию штурмовика купить. А что же я раньше-то не купил? Плюс 7 к пробиваемости, плюс 7 к магазину основного оружия. А я кто, интересно, штурмовик? Блин, я больше снайпер. Вот он, перекачаюсь. 2 СП есть. Наверное, лучше штурмовика, я думаю, прокачать. Сколько у нас? 44 бойцов. Смотрите, неплохо. Спасибо, ребятки, хорошо помогаете. У кого-то миллион уже. Так, рад, что в клане остаетесь. 26 прокилов, молодец. Тим Килька. Круто. Так, неплохой у нас клан. Прошка есть. Там возьмем тебя. У кого еще прошки?
Ладно, пока что так. 2 миллиона подал. ВВ Бизон. Спасибо, Бизон. Круто помог. Ничего себе, 2 миллиона. В следующей серии, я думаю, уже прокачаемся. Завтра. Только что лучше взять? Плюс 7 к убиваемости, плюс 30% опыта за убийство. Да, конечно, штурмовиком было бы классно поиграть. Может, даже перекачаем умения свои. Так, сделал 20 хедшотов из пистолета-пулемета. В принципе, легко можно было сделать. 25 противника гранатами, это тоже легко сделать. ДМ, Раджи килл в ДМ. Все легко выполняется. В следующей серии продолжим. Ладно, с вами был Дарья, всем до скорого, ребят, пока-пока.